Этот случай произошел с человеком, который работал простым асфальтоукладчиком. Однажды, в один из рабочих дней, он заметил истощенную, едва стоящую на ногах, с жалким видом собаку. Мужчина не мог смотреть на его мучения, поэтому сразу позвонил в службу, которая занималась решением подобных вопросов. Волонтеры приехали очень быстро и отвезли собаку в приют для животных. К слову, хочется сказать, что собака была настолько обессилена, что даже никак не отреагировала на людей, которые за ней пришли. В приюте ей дали кличку Грисси. Волонтеры не могут с уверенностью ответить, кто или что довел собаку до изнеможенного состояния, они могут только строить догадки на этот счет. Сотрудники приюта считают, что Грисси изначально тренировали для охоты, но когда она отказалась выполнять определенные команды, так как была очень дружелюбным животным, ее просто выбросили на улицу, даже не задумываясь, как она сама выживет. При первом осмотре собаку взвесили, и ее вес составлял всего 8 килограмм, что равно смерти в ее возрасте. Также, по результатам анализов, в ее организме выявили паразитов, с которыми нужно было бороться, не откладывая. Но лечение пришлось приостановить до тех пор, пока Грисси не поправится, так как лечение могло только ухудшить ее состояние. Чтобы ускорить процесс восстановления, один из волонтеров забрал ее к себе домой, где, впоследствии, и выяснилось, что собака находится в депрессивном состоянии. Первую неделю Грисси сутками лежали на подстилке возле двери, ничего не ела и не пила. Только изредка она вставала, чтобы обойти комнату и снова возвращалась на место. Понадобилось время, чтобы животное осознало, что ему действительно хотят помочь. Собака понемногу набирала в весе, начала выходить на прогулку в сопровождении волонтеров и даже с интересом играла с игрушками. И после того, как она достаточно поправилась, лечение возобновили. Сейчас Грисси абсолютно здоровое, общительное, энергичное и доброе животное. Правда, в приюте она не может находиться постоянно, поэтому сотрудники подыскивают для нее новую заботливую семью. Будем надеяться, что Грисси повезет.